цветы всегда нам дарят ощущение праздника. И, конечно же, роза является королевой всех цветов и также неизменно является самым популярным из всех цветов. Ну, конечно же, вряд ли когда-нибудь классика выйдет из моды, поэтому красивые цветы, оформленные просто лентой, то есть без лишних каких-то акцентов на упаковку, пышные букеты из большого количества роз всегда остаются модными, популярными, такие букеты, как и 101 розы, 51, ну и как бы любое количество, какое пожелает душа и финансы. Также на сегодняшний день популярно оформление букетов в бумагу. Ну, бумага вот такого плана, как бы не сильно яркая, не сильно броская, это может быть даже однотонная бумага, либо с какими-то мелкими надписями, ну, не с яркими рисунками. Это уже отошло на второй план. Также уже не актуально оформление в сетку флористическую, которая украшена люрексом, либо же какими-то блестками. То есть ценится лаконичность в оформлении, ну и простота, так сказать. Но каждый сезон становится более, какие-то новые выходят новинки. Конечно же, уже не первый год популярны цветы в коробках. Это любой формы они бывают, квадратные, круглые, трапеции, форма люльки, то есть это на выписку из роддома очень интересный вариант. Также новинки в форме конвертика сейчас тоже популярны. Но все же круглые коробки остаются самыми популярными, круглые, шляпные. Также актуальны конусные пакетики. То есть, ну, это обычный букет из там 21-25 роз, ну, как обычно оформляем мы, вставляется в конусный пакет, смотрится оригинально, но, опять же, минимум упаковки, но что-то интересное и уже не скучное. По цветовой гамме, если же обратить внимание на коробки, то больше популярны либо же нежные тона, такие как нежно-розовый, лиловый, перламутровые оттенки. И также цвет марсала все остается актуальным и популярным. По фактуре сейчас вышла новинка, это бархатные коробки, смотрится очень стильно, богато, ну и пользуется также популярностью.